Сегодня 11 января 2022 года. Решил выйти в город посмотреть, как выглядит Тарас после этих мирных демонстраций. Сейчас нахожусь в департаменте внутренних дел. Полиция наша, областная департамент. Вот такое вот здесь нападение было. Третий этаж. Окна разбиты даже до пятого. Одно. Это наша площадь. Здесь, как видите, здание. Самое большее разрушение пришлось на здание с правой стороны. Это здание партии Нур-Отан. Это произошло с 5 на 6 утром. Я проезжал здесь. Еще тушили, горело все. Я подошел сейчас поближе к этому зданию. Как видите, огородили его. Там работает кран уже. Уже начались восстановительные работы. Ну, практически, видимо, все, что там было внутри. Естественно, мебель, компьютер, это все выгорело. Все было уничтожено. Еще несколько кадров вот с этой точки. Здесь, как видите, вон машины стоят уже. Восстановительные работы начались. Это северная сторона здания партии Нур-Отан. Как видите, тоже насквозь все. Стекла все разрушены буквально.